А в Алматы в кинотеатре «Кинопарк 11 IMAX Есентай» прошел предпремьерный показ художественного фильма «Кафе Махабат». Это дебютная картина популярной певицы Ерки Есмахан, которая выступила в ней продюсером и актрисой. Девушке удалось собрать звездную команду во главе с режиссером Аскаром Узабаевым и снять семейную комедию. Для Ерки Есмахан картина «Кафе Махабат» и актерский, и продюсерский дебют. Семейная комедия получилась очень душевной. Фильм о вечных ценностях – любви, дружбе, взаимопониманию. Мы сняли такую картину, которую хотел бы увидеть зритель. Им не нужны боевики, ужастики, триллеры. Поэтому мы сняли семейную комедию. Мы хотели показать реальную жизнь, быт простых людей. В ней есть и радостные, и грустные моменты. Зрителю будет над чем поразмышлять. Семейную комедию снимали в окрестностях города Шу. Часть сцен отсняли в Алматы. Действие фильма разворачивается в ауле. Городской парень Чингиз, которого сыграл популярный актер Шарип Серик, сбегает от бандитов в село. Его берут поваром в придорожное кафе. Владелец заведения и его дочка с радостью принимают нового работника, даже не подозревая, что скрывает Чингиз. Я думаю, что мне удалось показать себя с разных сторон. Я попробовал показать полностью амплитуду своей игры, как и комичную, так и драматичную. Ну, конечно, это не мне судить. Я думаю, что зрителям понравится. По крайней мере, он найдет своего зрителя, и работа сделана с душой. В фильме «Кафе Махабат» главные роли также сыграли Абунасыр Сериков, Мурат Нурасилов, Сатар Ерубаев. Оценить игру актеров можно будет с 25 октября, когда фильм выйдет во всех кинотеатрах «Кинопарк Theaters» и «Киноплекс Синемас». Анастасия Валикжанина, Сержан Жумабаев, Алматы, Хабар 24.